Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очень большой и очень обширный технический выпуск. Мы будем вытаскивать лодку на берег. По-английски это называется hull out. И перебирать sail drive. Ну и вообще, в принципе, дно помыть и убрать всякие гадости. Короче, лодка будет осушаться. Сейчас мы делаем следующее. Вот здесь за мысом, там, где идет буксир, вот сбоку, находится бот-ярд, который нас ждет. Мы договорились с бот-ярдом, они готовы нас вынуть. Мне сказали, что вначале нужно стать алонгсайдом, то есть вдоль стенки. Я уже подготовил швартовые, и вот уже виден бот-ярд, вот где-то там мы будем его вынимать. Вот как раз сейчас тот момент, когда мы заходим в бот-ярд, тут такие ушатанные корабли стоят. Вообще все вот эти вот коммерческие споруды, это, конечно, все выглядит ужасно и отвратительно, потому что оно все такое ржавое, вон какие-то все жмуряки валяются. Но это не страшно, потому что нам здесь недолго и исключительно решить определенные задачи. Ну, в общем, вот, мы уже заходим. Драйдок, корабль на покраске. Понятно. Там лодки стоят на берегу, вон видно. Короче, подходим. Сюда вот перед колесами мы сейчас будем становиться. Мы пришвартовали сейчас алонгсайд. Так это выглядит. Это то, что out, а то, что in. Вот. Еще очень важный момент. Чтобы не сломать мачту, нужно открутить бэкстей. Сейчас этим мы будем заниматься. Но делается оно на самом деле очень просто. Так вот себе сидишь его и крутишь. Она длинная, поэтому ее двумя руками надо крутить. Вот эта фигня уже какая длинная. Уже откручивается здесь очень легко. Ну так, все. Эта штука уже откручена. Вот так вот она провисает вниз. Я думаю, что так будет нормально. Хотя я могу, конечно, полностью снять, но сейчас ребята придут, я у них спрошу. Такс. Вот наш бэкстей. Где он? Вот он. И топин-лифт снят. Или топинант у нас называется. С мачты, потому что когда лодка, вот увидите, вот заезжает задом, вот эти вот бэкстеи как раз могут заехать прямо непосредственно в кран. И либо сломать мачту, либо навредить, ну там серьезно. Девочка поехала наверх,
Пора подмыться, а? Пора подмыться. Почесать пузико. На самом деле не такая уж и фатальная она заросшая. Что, едут ноги? Короче, здесь такая конструкция, вот идут ноги. Идет центральная металлическая такая пластина, сюда становится киль, а вот эти вот ноги ее подпирают просто сбоку, вот как вот на той лодке. А нам ее нужно поднять немножко повыше, для того, чтобы я мог скинуть перо руля, потому что мне нужно поменять втулки. Вспомнил наконец-то, как будет бушенс. Вот эти. Так точно, капец. Это вам не в гараж заезжать просто на Deo Matiz. Ой. А вот тут вообще кумак. Ой. Какой кошмар. Фамилия вообще одна. Когда стоишь на вот этих вот ногах, нас, кстати, ноги еще не поставили, мы еще так и висим на кране, это выглядит реально страшно. То есть вот высота, ну, второй этаж дома, может даже выше. У нас еще лодка просто высокая за счет киля, и мы реально высоко тут, не знаю, ну, реально выше, чем второй этаж точно. А, да. Don't have. Монументальненько. Реально страшно, реально страшно. Оп. Короче, сейчас у меня задача следующая. Мне нужно опустить динги вниз, его поставить на землю. Потому что я хочу открыть платформу для...
того, чтобы можно было пользоваться лестницей. Кстати, лестницу здесь перенесли, а это очень редко происходит. Обычно ищешь ее, где себе найти, какие-то из веревочек плетешь. А здесь вот у нас лестница есть. Но только она никуда не достает, поэтому нужно открыть заднюю платформу. Короче, тузик даун. Ну, в общем, вот, тузик я спустил вниз. Платформа открыта. Очень страшно. Зато можно сидеть, чай, кофе, пиво пить, ножки свесив туда и сидеть и улыбаться людям.